Итак, всем привет! С вами снова Константин Калуцкий. Сегодня мне хотелось бы продолжить наш разговор о московском локомотиве, который сейчас, ну, как-то вот пустили под откос, по-другому и не скажешь. И, казалось бы, поменяли машиниста, сменили одного немца на другого с повышением Ценбауэра, который теперь уже стал полноценным главным тренером, а не просто таким формальным наставником. Казалось бы, подписали новых работников для РЖ. ЖД и Педриньо, и Митая, и всех остальных. В общем, как-то идет здесь движуха, пытаются что-то менять, но не меняется одно – результаты. Они по-прежнему очень-очень плохие. И хотелось бы отметить, что поражение от Факела, ну, это своеобразная такая вот нижняя точка падения, потому что сложно представить, что может быть хуже. Противник, ну, вы меня простите, это команда из зоны вылета. Ну, во всяком случае, она там была после победы Урала, после того, как екатеринбуржцы немножко поднялись наверх. Соперник вообще остался без наставника на данный момент, фактически, потому что уволили там не совсем понятно зачем тренера, и вот сейчас команда находится вот в таком промежуточном положении. У Факела объективно слабый состав, называя вещи своими именами. Сравнивая с тем же самым Уралом, который ненадолго их обошел, ну, здесь небо и земля. У Гончаренко в Екатеринбурге состав совершенно другого масштаба. То есть, ну, здесь, казалось бы, нужно показывать себя. Тем более, что появление, как видимо, теперь уже нового наставника Ценбауэра, это вроде как психологический плюс для команды. Футболисты должны стараться, они должны, простите за выражение, жопу рвать, чтобы показать себя на глазах у нового фактического рулевого, чтобы зарекомендовать себя и стать основным футболистом. Но я не знаю. Вот ей-богу, я не знаю, что происходит с коллективом. Матч с Факелом получился, ну, объективно, очень скучным в плане вот именно футбольной составляющей. Очень мало ударов, очень мало опасных моментов. И в результате Локомотив в этой встрече, ну, он просто вот ни черта не показал, строго говоря. Единственное, кто тут что-то пыхтел впереди, это капитан Кирк, но, как известно, во вселенной Стартрека капитану Кирку обычно кто-то помогает. Маккой или там Чехов или еще кто-то из команды Энтерпрайса, а здесь паренек остался один, забивал за офсайда, что-то там создавал, а остальные... Остальные просто отбывали номер. На фоне такого Локомотива даже Факел не идеальный, смотрелся как Барселона. И Факел при этом мог забивать больше. Вот что, конечно, тоже поражает. В общем, есть о чем здесь поговорить, не с точки зрения футбольной эстетики, которой было мало, а с точки зрения того, насколько тяжел кризис вот этого самого Локомотива в нынешнем виде. Давайте это обсудим. Но сперва, хотелось бы напомнить вам, что наш спонсор – компания BaltBet, и она предлагает вам специальную акцию. Вы можете выиграть 2500 рублей, ничем не рискуя. Что нужно сделать? Да всего ничего. Пройти по ссылке в закрепленном комментарии, зарегистрироваться на сайте BaltBet, а также ввести промокод, который также указан здесь, в закрепленном комментарии. Тогда вы получите бесплатную ставку, по которой можете выиграть 2500 рублей. Дерзайте, это ваш шанс заработать деньги, ничем не рискуя, ну а мы пробежимся по составам. Итак, что мы увидели у Локомотива? Сейчас, после вот этих вот тренерских, так скажем, перестановок и рокировок. В воротах Худяков. Ну, тут все было ожидаемо. В центре защиты Едвай и Макеев. Пока что не появляется здесь в стартовом составе ни Митай, ни Мампаси. Вот эти парни пока что у нас находятся в оперативном резерве. Локомотив делает ставку на более опытных исполнителей, которые, ну, все-таки имеют за плечами серьезный экспириенс. Это Макеев и Едвай. И это объяснимо, потому что, сами понимаете, сейчас, когда команда в кризисе, нужно делать ставку на матерых ребят. На флангах Технезян на левой бровке, Нинахов, вот восстановившийся на правой. Что интересно, Нинахов, в отличие от Живоглядова, который ранее здесь часто появлялся, куда более атакующий вариант. Куликов, Баринов в центре поля. Здесь хотелось бы обратить внимание на то, что отсутствует в стартовом составе футболист теперь уже сборной России Карпукас. Это, опять же, ну, своего рода такая потеря для команды. С другой стороны, знаете, ориентироваться на отсутствие Карпукаса, наверное, не совсем
уместно, учитывая то, что в целом вся команда играла плохо. Мне кажется, здесь один Карпукас мало бы что изменил. Но его отсутствие сказалось, сразу скажу. Камано, Керк и Миранчук, группа атаки, Настае, Игнатьев. Ну, опять же, к вопросу об отсутствии целого ряда игроков, да, не было Карпукаса, не было здесь Изидора, не было многих других исполнителей. В целом, да, у Локомотива не самый оптимальный состав. Это нельзя отрицать, и это нужно учитывать. Но, понимаете, у Факела состав, мне кажется, где-то на уровне локомотивского дубля. Вот где-то примерно там, Казанки бывшей. И здесь мне вот кажется странным, что Локомотив, имея такое преимущество в классе, не то, что не выиграл. Это ладно, всякое бывает. Локомотив не показал какой-то понятной игры первым номером. Бывают сенсационные поражения, бывают такие ситуации. Но обычно в этих случаях команда более звездная, более именитая, она как бы давит, создает моменты, но что-то не срастается. Либо там ужасающая реализация, либо вратарь ловит кураж. А соперник, уступающий в классе, он чаще всего в таких матчах использует минимум моментов по максимуму и выигрывает. Здесь же напротив, у Факела была возможность забить больше, а Локомотив, ну, Локомотив ничего толком не создал, объективно говоря. Красно-зеленые, да, они больше владели мячом в этой встрече. Было видно, что они пытаются играть первым номером. Но что толку, если все буквально заканчивалось на подступах штрафной соперника? Здесь вот стоило буквально подойти поближе к владениям Свинова, и все. На этом финита ля комедия. Локомотив начинал перекатывать мяч слева направо, справа налево, без какого-либо продвижения вперед. Поэтому Локомотив оказался чрезвычайно уязвим для контрвыпадов по нескольким причинам. Во-первых, активные фланги обороны Текнезян и Нинахов высоко поднимались по позициям и часто оставляли за спиной много пространства. И здесь уже, в свою очередь, и Гангадзе, и Апаев, и другие футболисты Факела создавали хорошие моменты, создавали пространство для того, чтобы разгонять контрнаступление. Вторая проблема, ну, наверное, все-таки в центре поля. У Локомотива, в принципе, середина не всегда работает идеально. Сейчас, ну, наверное, связка Куликов и Баринов выглядит не так хорошо, как многим бы хотелось. И вот следует признать, что очень много проблем возникло именно из этой зоны, именно с данной позиции. Ну, потеря Карпукаса оказалась действительно серьезной, хотя, повторяю еще раз, в матче с Факелом отмазываться какими-то потерями, наверное, не совсем уместно. При этом, что очень важно, Игнатьев, действующий на острие, вновь стал тем самым знакомым нам Игнатьевым. На старте встречи у него был момент, где с помощью рикошетов он мог создать какую-то опасность. Ну, там, что называется, повезло. Рикошеты могли дезориентировать голкипера соперника, но Факел пронесло в этом эпизоде. А в остальном Игнатьев – это тот самый Игнатьев, который был раньше. Он, да, может быть, получше двигается, побольше видно заряженности, но толку от него примерно столько же, сколько было в предыдущих сезонах, откровенно провальных. В общем, знаете, тот самый случай, когда, знаете, как в интернет-меме, «Игнатьев, ты ли это?» – забил ты мяча, а потом «А, да, все нормально». Вот здесь примерно то же самое, поэтому, да, у команды есть трудности, в том числе и на острие с наконечником. Изидора не хватает, не хватает и Кухты, который мог бы здесь появиться, Раконьяс, который появился со скамейки запасных, но это тоже не решение проблемы. Педриньо свеженький, но он пока что выглядит сыроватым и не совсем сыгранным с командой, поэтому здесь на острие были колоссальные трудности, очень серьезные проблемы. Миранчук тот же самый. Ну, объективно не в лучшей форме, он способен эпизоды выдавать хорошие, но ему еще работать и работать, чтобы навести вот именно марафет, набрать нужные кондиции. В сухом остатке остается, что вот Керк оказался единственным, кто здесь активничал, забил хороший гол, правда, из офсайда, пытался создавать другие эпизоды, но вот это тот самый случай, когда один в поле не воин. А то, что творилось в обороне красно-зеленых, ну, это даже тихим ужасом не назовешь, это громкий ужас. Здесь гол, что называется, в раздевалку прямо перед перерывом, и тут, я не знаю, чем просто занималась оборона Лока в принципе. Гол в ситуации вот во втором тайме, когда Кве-Квескири забил, просто пройдя как нож сквозь масло.
Вот просто взял, проскочил мимо трех футболистов Локомотива. Я, если честно, не понимаю, как это возможно. Потому что если ждать от кого-то голов, забитых на индивидуальном мастерстве, наверное, от Локомотива. А тут их забивали футболисты Факела. Это, конечно, что-то с чем-то. Ну и дальше Факел забивает третий гол из офсайда. Потом уже был шикарный шанс после очередной ошибки защитников, когда Едвай столкнулся с голкипером Худяковым. И тут Апаев должен был забивать, опять же, упустил свой шанс. То есть в данной ситуации Локомотив, ну, просто выглядел какой-то отсутствующей командой, где, в принципе, не было ничего. Ничего, кроме активности Кирка, стараний фланговых защитников при подключении вперед, которые хотя бы двигались, и отчаянного Худякова, который тоже, видимо, в какой-то момент начал уже теряться на поле из-за всей этой кошмарной ситуации. Факел показал очень грамотную, сконцентрированную игру и добился, получается, первой победы в этом сезоне. У них там до хрена ничьих было, а побед еще не было. Вот, пожалуйста, первая победа команды из зоны вылета в матче с Локомотивом.